воспитание подрастающего поколения и меры социальной поддержки многодетных семей. Эти вопросы планируется вынести на форум многодетных семей, который впервые пройдет в Нарьян-Маре в конце этого года. Решение о проведении специализированного форума принято на заседании Координационного совета по вопросам материнства, отцовства и детства. Прообразом для мероприятия стал прошедший форум приемных родителей. Участие в нем тогда приняли более 100 семей. За два дня они смогли получить консультации различных специалистов и выйти с собственными предложениями. Черед теперь за многодетными. Всего в нашем регионе проживает 664 больших семьи, из них в 38 воспитывается 5 и более детей. Мы разъясним меры социальной поддержки многодетных семей, особенно учесть, что в настоящий момент решается вами идет вопрос о пересмотре, там как раз мы разъясним все вопросы, касающиеся. И, наверное, мы просим департамент финансов разъяснить вопросы, касающиеся бесплатного предоставления земельных участков. Планируется, что форум многодетных семей пройдет 30 ноября совместно с форумом Союза женщин России.